Всем привет, девушки! Мы в примерочной Манго. Нет гремящей музыки, чему я несказанно рада. Примерочные, ну, такие, довольно большие. В принципе, вот тут два зеркала, я в них помещаюсь. Но что хорошо, что я нашла такую примерочную, что у меня напротив. Вон там вот есть большое зеркало. Я, правда, не могу к нему подойти. Все, девочки, давайте будем делать примерки. Я не очень хорошо знаю свои размеры в Манго, поэтому я предполагаю, что у меня будет много нестыковок и неудач. Видите, как я вас сразу замотивировала заранее. Но неважно, давайте все-таки начнем примерять. Я сегодня такая вот персиково-розовая с немножко красненьким. Вдохновилась от моей примерки в H&M, где я примерила такую юбку с блузой, но почему-то надела пояс, ну, в общем, решила так подпоясаться. И у меня бесподобное колье из секонда, такое 80-х, винтажное, толстое-притолстое, очень мне нравится. Такой чокер прям классный. Все, давайте примерять. Ой, так хотела сказать, что как здесь хорошо и тихо, как тут ко мне пришли соседи шумные. Ну ладно. Первое платье, девочки, оно очень красивое, но какое-то бестолковое. Красивая расцветка, красивый фасон. Здесь так интересно сделано. Вот здесь еще какие-то веревочки пришиты. Это типа платье-парашют, но с поясом и с какими-то вот тут еще затеями. В нем есть подкладка, все полиэстер, что платье, что подкладка, все полиэстер, $180. Я подозреваю, что Манго у нас такой дорогой, потому что это какая-то франшиза. Поэтому они какие-то цены назначают от балды, от фонаря, и поэтому у них до сих пор продаются зимние вещи, которые они не распродали за зиму, потому что в нормальных, как бы, вот в сетевых магазинах, типа там Zara и H&M, у них всегда, как бы, распродажа наступает одновременно везде и всюду, и уже нигде нету пальто, нигде нету теплых зимних пуховых курток, а здесь все еще висят. Ну ладно, перейдем к платью. Платье очень длинное. Красивая расцветка, хорошо такой сделан рукав, пышный. Здесь веревочки, завязочки, но совершенно сумасшедшая цена, девочки. Я считаю, $180 за синтетическое платье, полиэстеровое и полиэстеровую подкладку. Это размер small. Если развязать вот пояс, то оно довольно широкое. Чтобы вы понимали, 15 минут у меня ушло на распутывание морских узлов, которым был завязан этот пояс, чтобы его на себе завязать. Но видите, вот так вот совершенно мешок мешком и очень длинное. Давайте я завяжу пояс назад. Выглядит оно дешево из-за того, что у него шов вот здесь вот на пузе. Я не люблю это, мне не нравится. Давайте мы покажемся вам. Может, так мне лучше? Нет. У меня здесь и зеркало большое. Ну, это очень далеко. Меня видно плохо. А вот здесь у меня зеркало большое. Вот так я буду вам показываться, потому что здесь все равно никого нету, и можно так вот сниматься. Отлично. Хорошо. Вот за это хотя бы люблю, что здесь нет людей, никого нету. Отлично. Отлично хотя бы в этом смысле. Ну, платье так себе. Не нравится мне оно, потому что оно выглядит дешево, на мой взгляд. Дешевая ткань синтетическая, нет, не годится. Девочки, абсолютно шикарный льняной костюм. Здесь я абсолютно ничего не могу сказать. Единственное, что меня немножко смущает, белые пуговицы. Но вы знаете, я люблю контрастные пуговицы. Вот Оля из Финляндии, она всегда ругается на слепых китайцев, которые пришивают черные там или какие-то пуговицы на белые вещи, да. Я люблю контрастные пуговицы, но мне кажется, что вот в этом варианте эти пуговицы, они его очень дешевят. Прямо очень, прямо как-то совсем нет. Но я хочу сказать, что это 100% лен. Пиджак стоит $150, брюки стоят 100. Для такого состава я считаю, что это недорого. Брюки очень красивые, у меня нету никакого топа, поэтому я вам их буду показывать вот так вот. Потому что у меня там... Нет, у меня есть топ, но он не подойдет сюда. Значит, вы посмотрите, какие шикарные брюки, девочки. Это просто невероятно, ну, как бы, хорошо. Они так сидят красиво, и у них хорошая длина. Да, ну, в общем, некрасиво, конечно, это выглядит. Я бы хотела вам как-то показать это более эстетично. А я, знаете, с чем померю потом? С моей рубашкой, которую я пришла. Так, я тут своим вырезом. Значит, дело такое, брюки medium, пиджак
Extra large, потому что был extra small, small и extra large. Я бы взяла medium или large, но не было размера. Но я вам не хочу сказать, он не такой уж и большой. Он не выглядит таким уже огромным, очень мятый. Но в принципе пиджак и брюки очень хорошие, если учитывать, что это 100% лен. Конечно, очень яркая ткань, очень яркий цвет, прям пожарная машина. Если вы любите такой и носите, то, конечно, вам будет хорошо. Он очень эффектно выглядит. Давайте я вам покажу полный рост. Ой, какая прелесть, никого нет. Снимай, не хочу. Вы не представляете, для блогера, которому вечно мешают соседи шумящие, продавцы, которые не дают взять достаточное количество одежды с собой в примерочную. Такая вот красота, это просто... Я просто наслаждаюсь. Ну вот, посмотрите, очень красивый костюм, очень. Пиджак должен был быть, наверное, large, мне было бы хорошо, потому что extra large мне немножко он велик, а вообще очень красивый. Шикарно. Смотрите, даже, в принципе, можно вот так вот на выпуск с этой рубашкой и брюки, очень хорошо. Но я померила рубашку, чтобы... Сейчас я ее заправлю, чтобы показать вам, как он выглядит сверху, и чтобы хорошо рассмотрели, потому что когда этот пиджак задирала, это как-то было не очень... Понятно, а так вот прям брючки волшебные, льняные, 100 баксов. Если бы они не были красные, я бы даже их купила, девочки. Знаете почему? Потому что красные, я знаю, что я не буду их носить так часто, как они стоят. 100 долларов, это в принципе, ну, не дешево. Смотрите, как хорошо. Просто супер красиво. При этом я вытащила этот пояс, потому что здесь вот этот вот тряпичный пояс, он совершенно не в тему. А вот с кожаным поясом, вот с такой вот рубашкой, они шикарные, просто шикарные. Высокая посадка, хорошая длина, можно надеть любую блузу, любую кофточку, заправить внутрь, и это выглядит просто бесподобно, просто шикарно. Надо посмотреть на сайте, может быть, они из другого цвета. Если они из другого цвета, я бы их купила, потому что они просто, просто шикарные, эти брюки, и это чистый лен. Ну вот опять же, красный цвет меня смущает, потому что я... Хотя... Если вот с чем-то таким нейтральным, вот не с красным пиджаком, чтобы было все как пожарная машина, а допустим с белой блузой, или вот с такой вот розовой, или с какой-то такой однотонной нежного цвета, это просто восторг. Как они хорошо сидят, какие они красивые, девочки, просто мне очень нравится. Вот как-то так сзади. Сзади тоже очень хорошо сидят, правда? Просто прямо очень хорошо. Я вам хочу еще показать, что у них вот здесь вот сзади в талии вшита резинка. Это очень удобно. То есть они супер удобные. Классные. Medium 99. А пиджак extra large и 150. Ой, грязь. Да, брюки шикарные. Очень приятное платье. 100% вискоза. Стоит оно 100 долларов. В нем очень интересные детали. Вот здесь вот оно, видите, так отрезано. И здесь такая резиночка. Интересно сделан рукав. Вот так вот собраны. Размер large. Вот здесь оно мне хорошо. Здесь чуть-чуть как бы немножко великовато. Но в принципе нормально. Знаете, вот тут вот как-то чуть-чуть могло быть и поменьше. И тоже очень длинное. Как всегда. Пойдемте в большое зеркало. Правда, у меня тут девушки пришли. Но ничего страшного. Я думаю, что простят мои примерки. Вот такое вот платье. Симпатичное платье, хорошо выглядит. Вы знаете, так интересно, я на заре своей блогерской деятельности страшно стеснялась, во-первых, того, что я в кабинке вот разговариваю типа сама собой и всегда думала, люди там в соседних кабинах, что они про меня подумают. Да ничего они про меня не подумают. Даже если подумают, то какая мне разница? Наконец сейчас, ну, какое-то время назад я поняла, что мне абсолютно без разницы. И даже то, что вот они там у девушки стоят, а я в большое зеркало себя снимаю, мне тоже как бы пофиг. Когда-то я очень стеснялась. Очень стеснялась. А сейчас нет. Короче, про платье, девочки. Оно немножко мне вот облегает живот. И вот тут вот как-то так. Почему? Потому что очень странно, что вот здесь вот оно сделано на подкладке. Сверху. А вот здесь не на подкладке. Мне кажется, если бы была бы подкладка, оно бы выглядело... получше. Ну, вот тут вот, в этой эре. Ну, или живот скинуть, похудеть, тогда будет хорошо. Потому что здесь вот оно прям как-то мне так великовато. Костюмчик, юбка с кофтой. Ну, в принципе, это удобно. То есть у вас как бы
две вещи, но выглядит это как платье, но в то же время это не платье, а это костюм, и это интересно. Я не против такого сочетания. Во-первых, это легко. Вы одеваете их вместе, и вам не надо думать, с чем носить эту юбку, с чем носить этот топ. У вас уже как бы подобрано. Причем ткань разная. Видите, здесь такой как будто тяжелый шелк. Но это не шелк, это полиэстер. И здесь верх такой немножко прозрачный. Как-то сшит он криво. Видите, вот тут как-то что-то. Но неважно. Пуговички – это медиум. Юбка у меня совершенно нормально. Абсолютно. Даже как-то пузо особенно не торчит. А кофточка медиум, видите, я вот здесь вот не застегнулась. Вот тут вот. Ну, в принципе, может и не надо. И так хорошо. Вот, очень симпатичная, значит, кофточка стоит 59, юбка 69, все полиэстер, размер медиум, красиво. Ну, как бы вроде бы и платье, а вроде бы и нет. Очень симпатично, мне кажется, очень красиво. Мне прямо очень нравится. Очень подходит к моим туфлям. А давайте я попробую сверху надеть вот этот красный жакет, потому что здесь такое все красное, может быть, будет неплохо. Неплохо, правда? Как-то оно сочетается, правда? Потому что вот здесь вот красное на юбке и красное на... и красный жакет, и белая пуговица, и в принципе здесь, ну, как бы такая бежевая, слоновой кости основа. Единственное, что жакет льняной, а это все такое шелковистое, и еще, конечно, если бы он был чуть-чуть поменьше размером. Было бы лучше. Конечно, он очень большой и очень мятый, что портит всю картину. А так вообще красиво. Видите как? Совсем-совсем неплохо. Симпатично, правда? Очень неплохо. Красиво. Класс. Смотрите, юбка хоть и полиэстровая, но она как-то выглядит презентабельно, так скажем. А кофточка, конечно, и по ткани, и по качеству пошива очень оставляет желать лучшего. Но тут у нее какие-то вот... Это специально так. Швы кривые все. Фу. А, все какое-то... На какучку и очень дешево сделано. Нитки болтаются. Ну ладно. В общем, такая... Так что вот ткань одинаковая, но, конечно, юбка неплохая, а кофта нет. Большой жирный нет. Следующее платьице. Вискоза. $100. Меня в нем привлек вот этот вот квадратный красивый вырез. Но это ларч. И он мне вот тут вот как бы как-то так заваливается. Но вот здесь оно мне хорошо. Если бы это был медиум, я бы, наверное, здесь оно бы меня очень облегало. А сверху как-то так... Немножко не очень хорошо лежит, но очень красивый вот этот фасон, вот такой вот квадратный вырез, вот такие рукавчики. В принципе, симпатичные. Тут такой разрез высокий, ты видишь. Вот, и пояс, опять же, вшит вот в бока. То есть его можно завязать спереди, и можно, наверное, завязать сзади. Давайте попробуем. Вот, видите, так лучше. Как бы оно получается, что вот этот... Дешевенький веревочка, поясок спереди, когда он не очень красиво вообще выглядит. А так вот, когда его завязываешь сзади, он так утягивает фигуру. Его особо не видно, потому что он там сзади болтается, ну и пускай болтается. А здесь как будто бы такой вот по фигуре платьице. Вот такое вот платье, очень красивое, с таким разрезом. Шикардос. Нет, ну правда красивое платье. Немножко здесь большое, мне жалко. Но меньше размера я не могу, потому что оно мне просто будет вот здесь вот нормально, но здесь будет невелико. Я принесла 100% лен летнее пальто. Оно без подкладки. Оно вот такое вот просто как халат, без застежки. И под поясом. Это размер медиум, стоит он $200, немало, но это 100, чистый лен. Такой натуральный льняной цвет, как летнее пальто. Я считаю, что это очень красиво, и оно очень достойно выглядит. Так, посмотрите, издали красиво. Просто очень красиво. Давайте мы его сейчас расстегнем и посмотрим, как оно выглядит расстегнуто, видите.
тоже очень неплохо, просто как такой вот пыльник, это назывался во время, в детстве моих родителей. Такой вот свободный, как будто бы пальто-халат. Симпатично, мне нравится. Ну, конечно, 200 долларов, но чистый лен. Да, вот так оно выглядит в расстегнутом виде, мне нравится. Красивое пальто, очень элегантное, очень такое neutral, в смысле по цвету, по расцветке, по качеству. В общем, видите, нет подкладки, его можно носить с чем угодно. Единственное, что должно быть прохладное лето. Потому что, ну, как бы, ну, вечером можно вот накинуть на какое-то платье, так, прогуляться по набережной. Хотела вам показать, что эти пальто есть, видите, от Extra Extra Small 2XS до 2XL. HHL. И все, видите, очень хорошая большая размерная сетка. 200 долларов оно стоит. Называется Trench Sahara. Ну, да, как бы, да. Видите, 100% лен. Вот такого там цвета. Очень натуральный цвет. Очень красивое пальто. Просто очень. Я должна сказать, что первый раз, наверное, за время моей блогерской деятельности примерки прошли тихо и спокойно. Никто не орал в соседней кабинке. Никто не ржал, как лошадь. Никто не хлопал дверями. Продавцы не ломились ко мне, не спрашивали, если мне что-то нужно. Музыка не гремит, мне не надо орать, как резано, чтобы перекричать музыку. Я могу выйти в большое зеркало, потому что здесь никого нету. Я в восторге, девочки, от магазина, как самого магазина. Спасибо огромное моей дорогой подписчице, которая меня на него навела и сообщила, что здесь вот он открылся, такой большой магазин. Я очень вам благодарна. А по поводу вещей, значит, я должна сказать, что однозначно мой топ – это брюки. Где они, боже мой? Ой, падает это платье дурацкое, которое мне абсолютно не понравилось. Пардон. Мой топ – это брюки. Шикарные абсолютно брюки. Прекрасно сидят, прекрасно сшиты, лен и все дела. И вот этот вот, конечно же, жакет. Тоже льняной и очень-очень аккуратно сделан, очень хорошо сделан. Пиджак неплохой, но он мне большой, я как бы его не поняла. И вот эти вот пуговицы мне как-то... А все остальное такой... Хлам-хлам. Ну, не хлам, ну так. Вот это платьице ничего, вот это платьице ничего. Ну, ничего особенного. 100 долларов как бы за вискозу, знаете ли, как-то многовато, мне кажется. В Заре можно за 80 купить вискозу. И... Ну, это небольшая разница, но тем не менее разница. И точно такие же такие же фасоны и качества. Я не могу сказать, что у них очень хорошее качество. Вот особенно эта блузка, это вообще какой-то трындец. Но вот льняные вещи, у них хорошего качества. Очень такие хорошие, хорошо сделаны, аккуратно. Вот, на этом все, девочки дорогие. Буду с вами прощаться. Увидимся в следующем видео. Не забывайте мне ставить лайки и подписываться, если вы еще не подписаны. Я вам буду очень благодарна всем за подписку и лайк. Люблю, целую, всем привет из Канады. Пока-пока, бай!